заслуженный отдых на выходных в свободной стране, где продолжают ездить на этом человеческом отношении и пользоваться некоторым субъектом. 9 лет назад или даже больше, когда я начинал свой канал, я выставлял видео с еврейскими музыкантами. И мне именно этот дедушка тогда позировал, он также встал и играл. Когда увидел, что их снимают, это класс, конечно. А ведь евреи жили на украинской земле, когда были хазары, то есть, может быть, даже раньше, чем сами украинцы. На самом деле, мы сами, наверное, много не знаем про свою историю. И какая разница, кто там как прав, кто виноват, кто раньше, кто куда, чего. Сегодня нужно жить по закону, работать, учиться. А кто не хотел всю жизнь этого делать, и умел только воевать и отбирать. Браво! Нет мелочи. Thank you.
праву. Вот, вернемся к теме. После рабочей недели в свободной стране. Здесь просто многие, кто сильно пользуется этим. На законодательном уровне поставил бы так, что как вот здесь подразумевается, если вы знаете о каком-то преступлении, ну, вы обязаны сообщить, потому что если потом вам докажут, что вы знали и не сказали, то, ну, вас будут преследовать по каким-то параграфам. Ну, то же самое, если вы поддерживаете, не осуждаете вторжение, захват территории, убийство людей, насилие, нарушение прав человека, то вам могут быть такие же претензии. Идем в обувной выбирать ботинки женщине.